«Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. «Русская кибернетика» о самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья. Максимально разнообразная у нас сегодня русская кибернетика. Эта неделя выдалась особенной, потому что музыканты и издатели присылали настолько разный по эмоциям и идеям материал, что мы, во-первых, долго думали, как все это уместить в одну программу, а во-вторых, как все скомпоновать, чтобы это было логично и структурно. Но, как вы знаете, многие решения мы принимаем уже по ходу эфира, музыки много. Будем продвигаться трек за треком. Начинаем вместе с уральским лейблом «Фактура» и артистом «Мирный город». Джаз, которого никогда не было, это композиция из монументальной, впечатляющей совместной работы электронного музыканта Дэнни Кей и государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной. We'll be right back.
Александр Чагочкин поделился с нами своей новейшей работой. Это неизданный эдит, специальная версия композиции «Астрау». Александр длительное время исследует пространство техно и тек-хауса. Послушаем, что получилось отредактировать на этот раз. Как сообщил нам московский медиа-менеджер, диджей и продюсер Александр Жуков, от момента записи этого ремикса до его официального издания прошло довольно много времени. Ну, еще бы, ведь это крупный издатель Warner Music Russia, а у мейджеров, как известно, расписание формируется сильно вперед, да и определенные бюрократические паузы также возможны. Intelligence с композицией Outlaw в ремиксе от Сандера и Раду. Каждый день стало повторяться вчера. Каждый день мира это самообман. Если бы вы знали, будет это всегда. Ooh.
декаде октября на российском лейбле «Фигура Мьюзик» Павла Хвалеева и Ивана Старцева будет издана эта композиция «Орион» от российского дуэта «E-Space». Пока же «Орион» виден в телескоп при благоприятных условиях и слышен в качестве студийного эксклюзива в русской кибернетике. Большая работа сразу четырех талантливых музыкантов в составе Extended Play будет издана в конце октября, то есть фактически еще только через месяц, на лейбле Syncopat. Над композицией Domo Arigato работали российский дуэт Blacktone, а также Александрос Джкевингр и Грег Игнатович. We'll be right back.
We'll be right back.
каталоге издательства «Темное зеркало» Deep Mirror появился extended play под названием «Глубоко в твоей душе» Deep in Your Soul EP российского музыканта Виктора Production. Эта композиция называется Stranding. И вот этими acid вставками она напомнила мне ремикс Rapid Eye на композицию Blank & Jones The Night Fly. А ведь больше 20 лет прошло.
Портал открывается благодаря российскому издательству Figura Music. Его мы сегодня уже упоминали. Так называется релиз российского музыканта Theory 27. И Портал показывает нам сегодня танцующие тени, Dancing Shadows. Мелодия моей души звучит. Сладкий сон надежды озарили. We'll be right back.
каталоге восточноевропейского издательства Audio Drive Digital. Ценное пополнение в виде трех композиций латиноамериканского продюсера Акселара. Сегодня мы слушаем трек «Кардало».
Александр Баршуляк продолжает вдохновляться эстетикой органик-хауса, легким невесомым настроением. Новая композиция Александра называется «Lighthouse Keeper», и этот хранитель в нашем эфире пока что в статусе студийного эксклюзива. We'll be right back.
российский композитор, электронный музыкант и аудиоинженер Руслан Тагиров поделился с нами своей новой версией известной песни уральской группы «Сансара» «К осени». Да-да, той самой, откуда часто цитируют реплику, что «мы гитар не бросили». Но если мы говорим об электронщиках, то мы не бросили наше аналоговое оборудование, у кого оно есть, синтезаторы, MIDI-контроллеры, MIDI-клавиатуры, sustain-педали, диджейские пульты, CDJ и вертушки, в конце концов. «Сансара» к осени, Inbox Instrumental Remix 2021. We'll be right back.
завершаем первый час русской кибернетики на этой неделе вместе с премьерой от издательства «Галбдом». Музыкант Кортезе и композиция «Брайан Надаль». Это сборник «Специал Series», часть вторая. Не оставляйте без внимания каталог «Галбдом». Там еще много классных новых композиций. Друзья, спешу вас обрадовать, что только 60 минут мы провели вместе с русской кибернетикой. А это значит, что впереди еще целый час разной новой современной электронной музыки. Поэтому, пожалуйста, не отлучайтесь надолго. В следующем часе встретим российского электронного музыканта, диджея и продюсера Акселя Бруна. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Радиошоу и подкасте. Радиошоу и подкасте.